выяснилось, что не за взгляды какие-то идейные они туда поехали, вот эти люди. Четыре человека, два уйгура рассказали. С Китая, мусульманина, брата уехала туда из этих четырех. Один таджик, точно, а вот второй то ли таджик, то ли узбек, вот так вот, что вот по моим выяснениям, кто. Мне даже говорили имена, но тогда я не мог записать, потому что там были дальше интересные, одного имя мне точно называли. Ну, это я не записал, мне было не важно выяснить имена, кто. Угу. Мне важно было узнать причину отъезда. И когда сказали причину отъезда, что им предложили деньги там зарабатывать, тем более, когда закрыли Рахмат, у них здесь как раз и кризис, что вот пошел, что-то экономический, что там безработица, им предложили от 4, одни говорили, другие говорили, 10 тысяч долларов в месяц заработную плату вознаграждения. Предложили жен там, что никак прочитать им предложили там. Предложили хорошее будущее, что рожать, что пожалуйста, там красивые, им показали даже на картинках, говорят, что этих жен, что они, видать, по любви, что семьи создавать и прочее, но они поехали зарабатывать туда деньги. Вот про этих четырех я как бы просто, это чисто мое было собственное любопытство, любознательность и узнать настоящие причины, потому что мы